Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online, связанное с жутким Хэллоуином. Так что давайте устраивайтесь поудобнее, седлайте своих коней и поехали! Посмотрим же, что в этом обновлении нам добавили. А добавили очень классную возможность получить нового бесплатного питомца. Вот как эту ворону. У меня эта ворона есть, купленная из магазина, но нам добавили точно такого же питомца, только ворону-скелет. И чтобы получить его, нужно будет собирать блестяшки по мистической прогулке, по жуткой прогулке. И эти блестяшки обменивать у ворона По, которого, возможно, вы уже видели и даже уже получили этого ворона, потому что видео я оставляла в воскресенье. Вот, именно поэтому мы сейчас смотрим, что для этого нужно. Вы должны по всей этой локации собирать абсолютно разные блестяшечки, стекляшечки и обменивать их у ворона. Взамен вы будете получать определенное количество косточек, и эти косточки нужно будет отнести к алтарю. Говорю вам честно, сама я этот алтарь найти не смогла, и пришлось обратиться к Ютубу, где одна девочка уже успела снять видео, как и где, по какой тропинке нужно ехать, чтобы найти вот эти кусты, пройдя через которые вы найдете тот самый алтарь ворона. Он теперь есть на абсолютно каждой карте, неважно какая поездка вам выпала, алтарь находится всегда в одном и том же месте. Так что подъезжаем к этому алтарю и смотрим, что нужно для получения нового мистического питомца. А понадобится нам для него, ох, как очень много вещей. Нам понадобится 20 перьев. Перья, ребята, это очень большая проблема. Я этого питомца получила на двух своих аккаунтах, на Дарье на основном и на вампирше Элизабет. И я скажу, что никакой предмет не вызывает таких проблем, как эти перья. Нам нужно, значит, 20 перьев, по-моему, я 80 костей, один камень ведьмы, который находится, если что, на углу разрушенной церкви Дойл. Вы его не продавайте, вы его подберите и не трогайте. Да, и, по-моему, 50 кристаллов душ. Да, 50 кристаллов душ. И взамен за все эти безделушечки вы получите самого классного, по мне так, хэллоуинского питомца. Мало того, что нам в этом году повезло, нам добавили воронов, но еще и вот этот мистический ворон, которого я очень люблю, просто обожаю и катаюсь с ним на вампирше постоянно. Это будет просто питомец, который никогда не будет убираться у нее в сумку. Так что, да, я надеюсь, абсолютно все, кто желал, кто так хотел этого питомца, смогли его получить. Я за вас очень рада. Те, кто еще не смогли это сделать, я желаю вам удачи. Ребята, его реально получить за один день, если у вас есть Старайдер, или если же у вас его нету, то вы еще успеете путем ежедневного захода в игру и сбора камней душ, перьев, вы сможете даже без тыкв собрать нужное количество кристаллов душ. Я в вас верю. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И вообще, как вы радуетесь всему этому. И я надеюсь, сегодня, кстати, вы отметите Хэллоуин по полной программе. Со всем восторгом, ужасом и кошмаром. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в следующем видео. И ночного вам Хэллоуина!